Всем привет, с вами снова я, Станичный Оптимист, и я, в общем-то, построил свой двор в Майнкрафте. Да. Не, ночью мне захотелось, я построил, убил на это 3 дня. Ночью? Нет, что ли? Когда? В общем, начинаем с этого краю. Потом пойдем назад, потом вот так, вокруг, и, в общем-то, центр двора. Там мне кто-то в доме ходит. Значит, начнем. Ворота, калитка, все как надо, ворота. Забор коричневый. Шиферная постройка соседская. Где виноград еще растет. Соседское здание. Вот это, которое там этот, сносите, свиноферма, там вот это вот. Забор разностильный. Яма, это сливная. Ворота, которые приоткрыты. Огород. Потом вот эта сетка. Это козлятник. Здесь куры гуляют, значит, вот это место мое, где я снимаю видос свои. Опять забор, 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 туалет. Значит, все. Центр. Я быстренько все рассказываю, не знаю почему. Летняя кухня, вот. Она, конечно, с окнами, но там она без окон, она выбита. Старая-старая летняя кухня. Вот. Навес этот вот. Даже настолько детализировано, что дырку сделал под печную трубу. Дырка вот. Вот, это вот. Угу. Летняя кухня сама по себе. Вот с печью. Вот пустое все здесь. Это администрация. Это самая тоже пустая. Почта, которая уже разломанная. Погреб. Вот это вот место. Без окон, без дверей. Значит... Ну, естественно, летняя кухня еще тут ниже, потому что она туда села. Но на Майнкрафте я это никак не покажу, что летняя кухня севшая, поэтому она так высоко. Туалет. Как всегда, туалет. Здесь бабку ей бесил, душ уличный. Здесь этот сарай. Сарай, сарай, сарай. Здесь курятник. Курятник, вот он. Козлятник вот тут. Специально плитки поставил, чтобы не залазил. Козлятник вот тут. Так, этот навес тут. Угу. Здесь вот качели, я на них качаюсь всегда, вот, турник, вот эта отмостка здесь, веранда, саманная хата, значит, что еще, ну вот хата, хату показываю, хату я уже показывал одному из своих великов, вот, тут все понятно, кухня, коридор, туалет, две спальные комнаты с печью, в общем... Все, здесь какие-то дураки сидят, я ухожу. Вот. Вот такая вот хатка. Все показал я. Здесь такая вот отмостка у дома. Господи. Отмостка у дома здесь. Блок что-то здесь делает. Тут вот так вот так. Печка. Можно сломать, дырку здесь сделать. Значит, то здесь тоже нужно дырку сделать. Угу. Это же, господи, это же саманная хата. Вот, значит, и все. Вид сверху. Вид сверху, вид сверху, вид сверху. Так вот. Очень габаритная, еле влазит. Так вот. Так вот. Все. Так вот и заканчивается мой двор. Все. Всем пока.